Данное видео предоставлено сайтом online-gdz.net. Unit 3, секция Homework, домашняя работа, упражнение 30. Put in his, her, mine, yours. Вставьте одно из перечисленных местоимений. Поехали. Первое предложение. Have you seen her watch? She can't find it. Вы видели ее часы? Она не может найти их. Ставили местоимение her, ее. Второе. Whose coat is this? Чье это пальто? Ответом может быть следующее. It's mine. Это мое. It's his. Это его. It's hers. Это ее. It's yours. Это ваше. В зависимости от ситуации. Мы использовали абсолютную форму притяжательного местоимения. Третье. I don't like these jeans. Yours are much better. Мне не нравятся эти джинсы. Ваши намного лучше. Четвертое. That's your dictionary on the desk. His is in his bag. Это ваш словарь на парте. Его находится в его сумке. Пятое. Lizzie usually cleans her shoes. James cleans his and I clean mine. Лиза обычно чистит свои ботинки, Джеймс чистит свои, и я чищу свои. И шестое. This is my house and his is around the corner. Это мой дом, а его за углом. Также мы можем здесь воспользоваться his и yours. В зависимости, опять же, от ситуации. Окей, итак, мы поработали с абсолютной формой притяжательного местоимения. Ну и также мы пользовались просто притяжательным местоимением, ну, как было в первом предложении и в первой части пятого предложения. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.